мечта – это высшая цель для человека, которую он хочет добиться. Это то, чего ты хочешь добиться, но оно еще не осуществлено. Мне кажется, так. То, для чего ты делаешь себя лучше. Мечта – это мотивация продвигаться вперед, когда ты учишься на ошибках своих, когда ты получаешь опыт. Чтобы не жить просто так, сидеть просто за телевизором и все, чтобы добиваться чего-то, показывать что-то другим людям, чтобы они видели какое-то крутое, чтобы делали то же самое. Он учится на своих ошибках, получает опыт, из-за этого он становится сильнее, лучше, у него проявляются какие-то качества из-за мечты, как радость или грусть. Ну, не все же ведь сразу все, то есть то, чего ты хочешь добиться, сначала в мечтах, а потом уже на деле. Ну, чтобы когда человек добился, чтобы он расслабился, чтобы был рад, и как бы в жизни у него было хоть бы что-то, что он добился. Ну, у меня баскетбольная мечта, чтобы я стал играть таким, как Джордан. Моя баскетбольная мечта – стать просто хорошим игроком, который будет поддерживать всю команду, который будет хорошо играть, получать заветные медали для команды, для себя, который будет радовать тренера и болельщиков. Ну, играть в высшей лиге с хорошими игроками, там, где достаточно хорошо платят, и играть в удовольствие. Мое желание – добиться мечты. Старание, в принципе, это все. Родители, поддержка родителей, свой опыт, свои знания. Ну, также тренер Эдуард Игоревич, который меня хорошо обучает и подталкивает к моей мечте. Для меня мотивацией являются Майкл Джордан, Стефан Карри, все вот игроки, которые на высшем уровне. Близнюк, Стабровский. Главный тренер ЦМОКов, Вергун Ростислав Николаевич. Он поддерживает всегда, никогда не злится. Он только мотивирует тебя стать лучше. Родители, Шакил О'Нил, там какой-нибудь Стефан Карри, Кобин Брайт, Дуду. Я сам, наверное. Ну, я сам себя вдохновляю, так сказать. Конечно. У меня уже много сбылось. Последний сегодня. Я хотела забросить 3 трехочковых подряд, и сегодня это сделала. Да. Да. Конечно, верю. Да. Я верю, что мечты сбываются.